но информирование о ходе результатов у нас... Центр управления регионом начал свою работу 2 месяца назад, но этого хватило, чтобы доказать свою эффективность. Специалисты ЦУР в ежедневном режиме отслеживают жалобы населения в социальных сетях, форумах, на официальных сайтах министерств и ведомств. Мониторят и страницы Валентина Коновалова. Обращений много, а в период пандемии все рекорды бьют сообщения по здравоохранению. И вот так выглядит платформа обратной связи. Это кнопка, которая у нас на портале появилась, сообщить о проблеме, где житель, используя свою учетную запись в госуслугах, уже не анонимно, а персонифицированно подает свои сообщения. И плюс есть мобильное приложение госуслуги ПОС. Вот сюда достаточно много у нас, 248 обращений из Хакасии поступило. И сейчас активно эта система налаживается. Кроме того, у нас горячая линия, единый центр управления, они тоже используют этот функционал. Специалисты центра работают с сообщениями, которые касаются различных сфер. Это здравоохранение, социальная защита населения, ЖКХ, транспорт и дороги, твердые коммунальные отходы, экология, образование и энергетика. Сейчас в топе тем, которые обсуждают люди в соцсетях и комментариях, проблемы с отоплением, дорогами и, конечно, коронавирус. Еще одна задача – помочь ведомствам в оптимизации их процессов, чтобы сократить срок от выявления проблемы до ее устранения. В этот период очень сильно был перегружен Минздрав. Было более 500 личных сообщений в директе неотвеченных по 2 недели. И мы подключили наших 2 сотрудников для того, чтобы разгрузить. И плюс сейчас им выделили еще 1 сотрудника. Сейчас важно выстроить совместную работу с правительством региона. ЦУР анализирует основные проблемы, с которыми граждане обращаются чаще всего. Такое обозрение полезно, ведь проблемы населения решаются куда быстрее. Руководителю региона это помогает оперативно принимать управленческие меры.